май вообще такой радостный в моей жизни. То есть вообще... Чемпион! У меня родился третий сын, команда, мы наконец-то выиграли за это золото. Вообще просто эмоции. Просто все, все молодцы. Спасибо большое городу, спасибо большое болельщикам, которые просто эти, вчера и сегодня, это потрясающая была атмосфера. Просто в такой атмосфере всегда приятно играть. И наконец-то я, как говорится, я к этому золоту шел всю карьеру свою. И наконец-то, можно сказать, сдал экзамен, да, в своей карьере. Наконец-то все-таки это золото у меня есть. И я очень рад, хочу всей команде сказать спасибо тренерам, руководству, болельщикам. Просто одни положительные эмоции. На популяризацию точно мы сыграли. Потрясающие игры были с накалом, с пенальти, да. Ну, потому что, я думаю, две равные команды были. По большому счету, преимущества ни у кого такого явного не было. Поэтому от ножа, как говорится, и мы одну игру в Москве выиграли, и дома надо было... Было тяжело, морально было, в голове все, ну, дотерпели мужики и наконец-то выиграли это золото. Если ты попал в финал, ты хочешь его выиграть. Кто знает, когда мы еще попадем, да, в финал. Поэтому мы хотели отдать все силы, и мы не думали о том, что мы выполнили задачу, и там давайте в полноги сыграем, там, да, или мы уже в отпуске мыслями. Нет, все выходили, бились, играли на победу, и мы ее достигли. Будем верить, да, что и этап Лиги Чемпионов у нас пройдет. И на следующий сезон надо готовиться. Тем более будет еще тяжелее сезон. Нужно доказывать, да, что мы не зря стали чемпионами. Поэтому еще раз хочу всем сказать спасибо большое.